Башня дерзости. Привет, мой дорогой друг, заходящий на видео. С тобой твой знакомый Розе. Итак, давайте мы поговорим о башне дерзости. Что бы я хотел о ней бы рассказать такого интересного? Какие нужны статы для того, чтобы стоять в башне дерзости? Я вам расскажу сегодня, с какого уровня лучше начинать, с каких статов лучше начинать. Я буду предполагать. Потому что башни дерзости я не очень стою. На данный момент у меня где-то затраты около, наверное, 300 банок, 200 банок. Но мне надо постоянно пополнять, заходить и пополнять ему МП. Потому что самобичевания мне не хватает. Если я на маге поставлю, к примеру, самобичевание единичку, то проблема с МП, она как-то прекращается, но начинает жрать, и в зависимости, как его зажимают мобы, то у него расход банок становится от 400 до 800, короче, вот такое колевание баночек. То я делаю, получается, 2 секундочки, и там раз полчасика, раз 40 минут, просто заполняю ему МП, и мне где-то на 3 часа хватает, чтобы постоять там с 1500 банок спокойненько. 3 часика. Башня дерзости, она начинается, если я не ошибаюсь, 60 уровня, да? Башня дерзости, можно регламент посмотреть. Есть регламент? Могли бы какой-то регламент сделать, но нет регламента, вот почему так. 60 уровня, очень крутой инстант, начиная даже с первого этажа. Тут видим, падают магические чернила, которые ни разу не видел. Вот сколько я отстоял башни слоновой кости, ни разу там не видел магических чернил. А так сам не выбивал такого. Видим, синька падает. Магические чернила синие, тоже ни разу такого не выбивалось. Также есть монстры. Проклятый темный безглавый рыцарь. С него символ падает, фиол символ. Ну, чтобы себя нормально чувствовать, конечно, на третий этаж, я думаю, то, что тут фиол краска начинает падать. Видим фиольчик с многих мобов, очень многих. Очень сыпет, я думаю, очень круто. Третий этаж, это круто очень. Не имею буста, я могу стоять только на первом этаже. На второй я не... Ну, я пробовал ходить раньше, но очень меня там сильно быстро мобы били, быстро хп уходило. То я решил пока стоять на первом этаже, пока не займею хаос, потом попробую там и тестики сделаю и все такое. Поговорим. Да, 60 уровня открывается башня дерзости. Вы можете телепортироваться сюда или на карте. Вот это башня дерзости. С равнины славы подняться и зайти тоже за 100 тысяч адены. Как бы. Также в башне дерзости падают вот такие вот кристальчики. Кристалл дерзости. Ну, чуть-чуть попозже о магазинчике, что мы за них можем купить, это я расскажу. Давайте перейдем к самому интересному, буст персонажа. Ну, я бы советовал игрокам 68 уровня, которые уже хотя бы приобрели фиол скилл, свой первый за 15 миллионов. Или у вас нет фиол скилла, у вас вот примерно такие статы, как у меня. 190 защиты, 40 снижения урона и сопротивление умений 249. Вот интересный вопрос, есть ли кап, тут получается кидают мобы кровотечение и отравление. Есть ли какой-то кап именно по скиллрезу, чтобы они не кидали этот дебаф, очень интересно. Вот, отравление кидает, очень опасный такой дебаф, который снижает восстановление хп и банок восстановления. Очень такой дебаф, который жрет ваши хп, банки хп и заставляет вас чаще летать и покупать баночки. Вот есть ли кап именно на скиллрез, это очень интересно. Я просто рассказываю свои мысли, ребят, это не гайд, ничего, я вам ничего такого не расскажу. Это чисто мои мысли, что я как, ну, заходил, как я играю, как я... Мои впечатления о башне дерзости такое. Возможно, я вам ничего нового не расскажу. И вот, есть ли кап по скиллрезу, чтобы там, ну может, с 300 скиллреза мне будет давать, что на меня этот яд не будут вешать, вот интересно. И вот если у меня будет там где-то 250 защиты, то мобы банально по тебе не будут попадать и вешать на тебя не будут этот дебаф. Вот. А вот скиллрез может как-то повлиять, вот это очень интересно. Если вы 68 уровень, должны собираться в пати. К примеру,
Это орф с крестом, это обязательно. То, что когда я не мог сам тут стоять, я постоянно себе в саппортице орба. И мы, ну, становились там на ночь, там на пару часиков, там, ну. То, что меньше там 4-5 часов нет смысла. Вы занимаете какую-то комнату маленькую и стоите там. Трех человек в пати, к примеру, орб, БД, там нож, маг. Кого соберете? Там, ну, хотя бы по 3 человека собираться, только, ну, орб с крестом, который на автомате поставит крест, и вы будете меньше тратить банок ХП, или вообще не будете их тратить. Итак, у вас должно быть хотя бы 150 защиты, там 100 урона, вы 68 уровень, у вас есть масухи, у вас есть красные скиллы, тогда можно сюда идти. Вот, к примеру, вы видите мой буст. Пока я не сделал себе 119 урона, у меня было 100 урона. 119 урона на 19-ку не поднял урон. Мне было тут очень некомфортно их, ну, стоять. Вот у меня было 100 урона. Мне было очень некомфортно тут стоять. У меня уходило примерно по 2000 банок, наверное. Ну, по 1500-2000 банок в час. Это очень много. Это каждые там 25 минут надо возвращаться, закупаться, искать спот, то что днем, вот я днем еле, ну, как бы нашел спот. Сейчас игра немножко в онлайне упала, потому что вы сами понимаете почему, я надеюсь. Игра немножко в онлайне упала, то и днем даже можно поставить. А раньше это было невозможно, тут постоянно какие-то ганг-отряды стояли. Закрывали сам вход тут постоянно. Ну, короче, тут такая творилась. Это сейчас немножко легче стало по спотам. Можно поиграть фри игрокам в соло. Много спотов есть открытых, где вы можете постоять и поиграть. Ну, в целом, видите мои статы. Плюс я тут стою зарядом души, а заряд души сам дает прирост урона плюс 25%. Точность зарядом души плюс 5, плюс еще стандартная точность дает плюс 6. То, короче, плюс 11 точности еще накидывает мне заряд души. Если я отключу заряд души, то он начнет, он, ну, есть там каждый пятый удар, он не попадает по мобам. Он перестает попадать по мобам, и мне приходится наносить больше ударов мобов, чтобы их убивать. И из-за этого я быстрее трачу банки. Вот видите, они меня начинают окружать из-за того, что не хватает урона, чтобы они умирали быстренько. Потому что мах — это чит, это рендж. Если нет дальних мобов, то он просто все разносит вокруг. Я, как бы, если я о чем-то не знаю, я не могу, не хочу об этом рассказывать, то что буду выглядеть глупо. Ну, это такое. Я вам рассказал, что я знаю, что ищите споты, если вы вот дальний, как я. Я раньше как сделал? Я где-то у входа остановился, вот, к примеру, где-то у входа остановился. Каких-то дальних мобов не было, к примеру. Я спокойненько разбирал мобиков, пока они ко мне доходили. Да, долго это было. Да и сейчас мы видим очень долго. Ну вот, взять если по синьке, то тут неплохо синька падает. Если взять поля сражений, где ты выносишь, к примеру, там с метеора могу сразу 8 мобов убивать. И зачищать такие большие споты, то башня дерзости очень хорошо падает синька. Плюс башни дерзости выпадают именно часы. Часы выпадают, видим, которые можно продать. Свитки на второй этаж. Лучше их собирать, потом скрафтить там амулет телепортации, который вам нужен будет в дальнейшем. На 300 свиточков, ничего себе. Но это нереально. Или скрафтить вот такой сундучок, с которого тоже вроде бы выпадает запечатанный амулет телепортации. Я не знаю, что будет тебе полезна эта информация, не будет. Я вижу по лайкам, по твоим комментариям. Пиши, что ты знаешь о башне дерзости. А, и также давайте магазинчик. Это будет для новичков, наверное, я думаю, интересно больше. Торговец гильдии бронзового ключа, у которого вы можете покупать вот символ дерзости. К примеру, возьмем. Я их сейчас не покупаю, потому что мне хватает по виталочке, которые мы точим временные коллекции. Вот, к примеру, мы можем закрыть им там временную коллекцию какую-то, там точность, там до какого числа. До 10-5 месяца, видим. При сломе мы точим. При сломе оно дало мне 42 штучки реликвии энергии. Это очень много, считайте.
улучшенный кристалл 30 штук. И таких можно в день, каждый день обновляется магазин, можно покупать 5 штучек. Вот эти по 100 штучек, ну такое, это уже для мажоров, которые там день и ночь стоят, то они покупают. Плюс мы видим, тут можно ящий сундук Адена, улучшенный кристалл, камень магии видим. Ну я дальше, я сильно тоже не углублялся. Также видим, зелье пробуждения можно покупать раз в день, среднее, это 100 очков. Также чистый эликсир, ежедневное обновление. Также высокого качества, вот это очень вкусно, 1000 очков. Но я сейчас собираю вот на камень душебури, то такое. Я не трачу по камень, так потихонечку выфармливаю. Дают 8 часов в недельку, я пытаюсь эти 8 часов отстаивать. Также собираю часы, потому что они пригодятся в будущем, потому что башня дерзости, она будет все выше расти. То такое, не знаю, было полезно или нет, я вам рассказал, что я знаю, потому что всех интересует башня дерзости, с какого левела лучше качаться здесь. Потому что место очень стоящее, если ты хочешь играть Lineage 2 Mobile, тебе нужно выфармливать башню дерзости из-за того, что вот 66 по 72 за час выпадает, ну в час минимум будет тебе капать опыт, это 1%. Ну в зависимости, конечно, от твоего буста, ты должен сам понимать, все зависит от твоего буста. Ну ты видишь мои скиллы, ты видишь мои статы. Ты видишь, я очень долго бью моба, потому что мне не хватает банально урона. Мне хотя бы 150 урона, я бы, наверное, стоял бы на втором этаже, но я не уверен. Ну, первый этаж я, наверное, красную комнату мог бы фармить, а так... Я выбираю места, где нет элитных мобов, где поменьше мобов с дальним боем. И становлюсь туда, потому что, достаточно ПВЕшный у меня персонаж, который без доната, который... Сейчас на данный момент играет без твинов, то ты сам должен понимать. Ну ладно, с тобой был, как всегда, твой друг Розе. Было полезно или нет, лайкосик, комментарий в студию, пожалуйста. Всем до новых встреч.